Праздник футбола в центре Киева в самом разгаре. Столицу заполонили десятки тысяч украинских и иностранных болельщиков, которые создают особую атмосферу футбольного праздника. Как развлекаются фанаты перед матчем и где можно посмотреть трансляцию, знает Ксения Бровиненко. Футбольный фристайл, розыгрыши, автограф-сессии и много музыки. Так, в фан-зоне на Крещатике развлекают украинских и иностранных футбольных фанатов. В день финального матча Лиги чемпионов атмосфера в центре Киева поистине футбольная. Тут со всех сторон слышны песни и кричалки футбольных клубов. На Крещатике расположился фестиваль чемпионов. Вся улица заполнена фанатами испанского Реала и английского Ливерпуля. Я болею за Ливерпуль. Конечно, они лучшая команда. Я родился в Ливерпуле, но сейчас живу в Австралии. Конечно, буду смотреть матч на стадионе в фан-зоне Ливерпуля. Здесь же на фестивале можно сделать фото с Кубком Лиги чемпионов. Но для этого нужно отстоять длинную очередь. Ради нескольких секунд рядом с главным футбольным трофеем болельщики готовы ждать по несколько часов. Да, это финальный кубок. Все мечтают сфоткаться, увидеть его. Но не только в фан-зонах развлекаются иностранные гости. Многие все же успели прогуляться по нефутбольному Киеву. Мне нравится в Киеве. В этой фан-зоне много развлечений. Можно гулять, пить пиво и общаться с людьми. В этой фан-зоне все вместе. Фанаты из Мадрида, фанаты Ливерпуля. Все вместе общаются и веселятся. Это очень круто. Я приехал в Украину на один день. Мне очень понравился Киев. Тут прекрасная архитектура и весь город очень красивый. Но впечатлил Киев не только фанатов. В УЕФА тоже остались довольны организацией. Да, я приехал в Украину 2 дня назад. Это прекрасно. Погода замечательная, очень гостеприимные люди. Посмотрите вокруг, это прекрасный город для таких мероприятий. Всего в Киеве работает сразу 4 фан-зоны. Кроме Крещатика, окунуться в атмосферу футбола можно возле Дворца Украина, в парке Шевченко и на Подоле. А тут, на Контрактовой площади, скоро яблоку негде будет упасть. Через 1,5 часа начнется трансляция финального матча Лиги чемпионов, где сойдутся легендарные клубы «Реал» и «Ливерпуль». Ксения Барвиненко, Вадим Свиридонов. Подробности. Телеканал «Интер».